Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и сегодня мы с вами будем играть в игру под названием Cooking in the Rain. То есть, ребята, тут различные предметы в виде еды выпадают с небес, и мы должны отстроить свою какую-нибудь крутую пекарню, например, или какое-нибудь другое прикольное заведение, где нужно кушать. Мы с вами начинаем с, можно сказать, пекарни, да? Смотрите, потому что у нас делается хлеб. Смотрите, вот хлеб упал. Мы с вами, смотрю, тут девочка помогает нам. Вот этот хлеб мы внесем вот сюда и нажимаем вот так. Смотрите, ребята, наша печка производит этот хлеб. Подожди, а это что за подарочки? А, мы с вами, смотрите-ка, еще вот это всякого понабирали, да? Вот у нас хлеб, ребята, готов. И теперь мы можем его продать нашим покупателям. Смотрите, мы с вами заработали. Какие-то странные котики-единороги у нас покупают, ребят, все это дело. И давайте мы, получается, сейчас улучшим, да, наше здание. А теперь мне надо использовать каких-то 10 ингредиентов. Давайте вот так вот апгрейднемся. И вот так вот теперь выглядит немножечко, конечно, совсем немножечко, но зато, ребята, мы с вами апгрейднулись. Что это такое? О-о-о, сколько ж всего-то, а? Давайте, ребята, сделаем. Так, создаем, короче, сначала, наверное, хлебушек, да, обычный. Апгрейдить могу? Нет, ребят, апгрейдить не могу. Кстати, можно, знаете, как сделать, ребят, с вами, как мы, например, делаем, да, всегда. Давайте сдонатим, например, 5000 коинов за 100 рубаксов. Мы с вами, ребята, так любим делать, да, в самом начале. Ребят, я забыл сказать, перед просмотром, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а я несу продавать. А, да, я пока не несу продавать. Так, ну да, давай сразу улучшимся. Вот таким вот образом, отличненько. Могу, кстати, click the goal. А, что это за goal, ребят, смотри. А, это мы награду получаем, да? За каждое достижение мы с вами получаем награду. Так, ну и давайте смотреть. Вот первый хлебушек, кстати, смотрите-ка. Можно меню сделать новое, ребят, нифига. Но у меня пока ничего такого нет. Так, ну ладно, давайте мы сюда сейчас вот так снова, оп. Делаем вот такой хлебушек. И давайте сразу апгрейднемся. А, кстати, декор, смотри, можем с вами поменять. Так, ну давайте как-нибудь поинтереснее сделать. Так, можно название сделать. Можно свет, кстати, чуть такое. Давайте-ка. А, это меню новое, типа, да? Нифига себе. Давайте вот эту штуку купим. Капец, сколько тут всего-то? Ну, давайте вот это возьмем. Что еще можем взять? Например, вот это возьмем. Я не знаю, что это такое, ребят, но мы с вами сейчас, в принципе, должны будем разобраться. Давайте сразу апгрейднемся. Мы с вами можем сейчас миллион апгрейдов делать сразу. Потому что у нас, в принципе, дофига коинов. Давай еще апгрейд, соточка. Мы с вами 5000 задонатили. И поэтому мы можем себе это позволить, ребят. Давайте, пятый левел у нас. Мы делаем сразу следующий. Потому что, а почему бы нет-то, а? Надо немножко расширяться сразу же, да? Вот так, 400, отлично. И это у нас уже так. Давайте мы, знаете, как сделаем. Попробуем сейчас вот этих своих гостей надо отправить. Идите, давайте. Вот так вот. Ставим хлебушек. И он нам приносит уже побольше, смотрите-ка. Ну, все-таки да, ребят. Мы с вами, конечно же, улучшаем нашу пекарню, да? Ну-ка, давай. Вот, все. Следующий апгрейд. Надо, кстати, посмотреть, сколько у нас там денежек вообще. О, смотри, нифига себе. Что-то новое появилось. Так, еще могу делать апгрейд. И еще, скорее всего, два, наверное, смогу. Во, крыша появилась, ребят. Теперь дождь нам нипочем. Да. А, это максимальный левел? Серьезно? А это что такое? Это я, наверное, то, что покупал, да? Да, ребят, нифига себе. Я могу вторую открыть. Я вторую открыл, ребят. Офигеть, я открыл вторую. Обалдеть. И могу также ее улучшать, ребят. Капец, я-то думал, у нас всего лишь одна будет, да? Так, ну давайте мы с вами, конечно же, пойдем за хлебушком. Нам нужен хлеб. А это не хлеб, да, ребят? Мы, походу, мешочек с мукой подбираем. Так, это что такое? Дисплей какой-то. Ладно, давайте мы пойдем вот сюда. И, кстати, можно третью даже сделать, да? Давайте вот так построим. Нам надо третий уровень апнуть, ребят. Так, давайте строим так же. А, нифига, нифига, ребята. Я не смогу, не смогу. Кстати, здесь вот тоже готово. И тут готово, и там готово, да? Давайте вот сюда вот так. Оп, все, отдали.
И так, а где моя вот эта-то следующая? А нет, ребят, следующей нет. Пекарни нам надо, короче, сначала подбирать, да? Оп, давайте-ка вот так вот подбирать всякое разное, да? Молоко с вами подобрали. О, нам дали денежки и дали что-то новенькое. Ребят, теперь мы можем с вами делать печеньки. Ага, так, хорошо, надо собрать 4 муки, да? Давайте попробуем найти 4 муки. Так, я не вижу, где у нас... А, во, открываем. О, ну это круто, ребят. Давайте посмотрим, давайте сделаем вот так. Новый ингредиент, смотрите-ка, а? А вот эту штуку я могу, интересно, построить еще печку себе? О, мука, давай подбираем. Офигеть, сколько же здесь всяких различных предметов, ребят. Я какие-то цветы подобрал, да? Ну, ладно, хорошо, они, наверное, нам пригодятся. Давай вот сюда ставим. Э, берись, я не взял. Вот, все, отлично, теперь я взял. Давайте вот сюда вот отнесем, потому что здесь у нас ребята побольше платят, смотрите-ка. Опа, и мы с вами еще один гол сделали, да? О, касса теперь нам будет доступна, что ли? Ну-ка, да, это касса, ребят. Теперь мы с вами автоматом, что ли, будем все делать. Так, теперь мне надо 4 яйца какие-то сделать, да? Ага, эг есть. А, у меня инвентарь полный, ребят. У меня полный инвентарь. Я могу, кстати, съесть это, нифига себе. Вот рецепты вообще всех предметов, ребят. Интересно, интересно. Давайте мы с вами замутим печеньки, наверное, да? Вот так, оп, закинем. И надо бы вот здесь вот тоже поулучшать, да, я думаю, ребят. Да, смотрите-ка. И то у нас улучшается. Так, ну, следующая задача. Нам надо собрать 4 яйца, да? Так, давайте попробуем найти эти 4 яйца вообще. Где они существуют-то? Во! Вот яйца. Раз яйцо, два яйцо. И еще одно. Вот. А-а-а, вот они. Оп, отлично. Собрал 4 яйца. И надо сделать еще вот так вот. Давайте сделаем, замутим. Это, кстати, что-то... А-а-а, печку можно еще поставить, но она на 5 уровне, ребят. А как узнать, какой я уровень вообще? А, я 4 уровень, ребят. Я 4 левел. Неплохо, неплохо. Мы с вами развиваемся. И давайте вот сюда сейчас также отнесем. На, кушай, пожалуйста. Кушайте. И я подбираю вот это все, ребята. Это все наше. Это все наше. Блин, у меня инвентарь полный. К сожалению. Ой, я теперь могу донаты делать. Могу теперь пончики делать, ребята. Неплохо. Так, давай вот так подберем. Капец, капец. О, аппарат пончиков появился. Отлично. Ну-ка, я... Ингредиенты хватит мне вообще или нет? Ну-ка, давай вот так вот делаем. Так, это что такое у нас? Вот это что такое? А, я могу разукрасить, да? Давайте разукрасим как-нибудь. Например, вот так вот пусть будет. Вот так вот, да? У нас табличка теперь стала такого цвета. Окей, пусть будет. Пусть будет, ребята. И так, у нас тут все готово уже, да? И вот это давайте подбираем все. И сюда теперь. На, кушай, кушай. Все подобрал или нет? Да, ребят, все подобрал. Давай пончик теперь делаем. Вот сейчас классно, ребят, смотрите-ка. Я, ну, мне надо больше ингредиентов, я как понимаю. Потому что я уже израсходовал все, которые у меня были. Кстати, вот этот апгрейд, что за апгрейд? Ну-ка, подожди, что за апгрейд? Что я делаю? Welcome! А, типа реклама, что ли? Апгрейд рекламы? Ну-ка, давай-ка вот так. А-а-а, нифига себе, такие апгрейды какие-то странные. Давай, давай, у нас денег куча, поэтому мы с вами давайте на максимум попробуем сделать все. Так, и апгрейд, все, это максималочка походу. Пау, все, да. Максимум, да? Да, ребят, это максималка, смотрите. Что это такое, чек? А, это награды я забираю, ребят. Нифига, вот это классно сделали. Это типа мои достижения. Прикольно, прикольно. Так, давайте вот так все собираем. Вот здесь собираем, вот здесь собираем. И сразу же все это дело продаем. Сюда я смогу продать? Вот, держите, держите. Тут тоже можно, в принципе, поапать, да. И типа сделать, например, максимальный левел. Так, я иду вот сюда и делаю донат. Нам надо побольше донатов, да, сколько там? Change food style. А, мне надо имя поменять, да? Давайте поменяем, давайте поменяем. Так, дисплей. А, печеньки, типа, да, я сделал. Ну, пусть будет. Пусть будет. Так, это у нас менюшка наша. Так, а, тут тоже дисплей, да. А как поменять ник? Я хочу поменять.
Я хочу поменять ник. Ну-ка. А, вот имя, ребят. Давайте просто 5-5-5 сделаем. Ну-ка, вот так вот. И все, да? Да, ребята, мы с вами выполнили это тоже задание. И теперь забираем свою долгожданную награду. Кстати, что это такое у нас появилось? Ой, какие-то эти странные штукенцы, да? Так, теперь мне надо 5 раз что-то съесть и найти 4 молока, да? Ну, молоко я сейчас найду. Так, давайте-ка скушаем что-нибудь. Так, что у меня тут есть? Яйца съесть или вот это съесть? Ну, не знаю даже. Ладно, давайте сейчас мы вот так заберем. Сначала пончика дадим. Держите пончик. Так, здесь надо тоже, наверное, сделать, да? Вот так сделаем. И что такое вот? Что, все что ли? Так. Я могу апгрейдить еще, оказывается, свой инвентарь. А вот это круто. Все, найс, 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 найс. Шикарно, ребята. Теперь у нас намного больше инвентарь. Я могу теперь намного-намного больше всего подбирать. Это что такое? Молоко мы с вами подобрали. Нам надо еще молоко. И сделать еще, получается, нам надо с вами 4... А нет, 3, 3 штуки, да? Ага, окей, ладно, давайте сейчас сделаем, конечно же. Так, вот так все подбираем. И давайте сюда идем. И вот это тоже подбираем. Так, и сразу пусть делается. Мы сразу закидываем, пусть сразу готовится. Оп, сюда и... А, все, да, я все отдал, да? Да, ребята, я все отдал. Давайте мы вот так закидываем и готовим дальше. Ну-ка, давайте посмотрим, что-нибудь мы тут с вами выполнили или нет. Не, очень долго выполнять дальнейшие надо требования. Так, давайте подбираем все то, что мы с вами сделали. И несем вот сюда, раз, и... Так, ну тут второй, давай, вот второй. Иди сюда, на, а, он пончик хочет. Блин, а этот не хочет. Капец. Ладно, давай я съем. Опа, мне надо еще что-нибудь съесть, да? Давайте я яйца съем. Типа, съем раз яйцо, два яйцо, три яйцо. Так, что там мне надо съесть? Все, я съел все 5 предметов, и мне осталось только... Сделать получается... Ай, у меня ингредиентов не хватает. Да, печалька. Ладно, сейчас мы найдем все ингредиенты, которые мне нужны. Как они вообще находятся здесь? Кстати, смотри, мы шоколад нашли, ребят. Офигеть, даже шоколад в болоте есть. Странно, странно. Ну, хорошо, давайте, в принципе, сейчас должно хватать у нас. Да, ребята. Блин, не хватает. Мне нужна еще... еще какой-то ингредиент мне нужен. Вот, кстати, подбираем муку. Во, вот этот ингредиент нам надо. Так, так, отлично. И сейчас мы с вами выполним еще один шаг. И, получается, пройдем еще дальше. Ну, окей. Давайте попробуем. Так, нам надо вот эту штуку сделать. Все, мы ее сейчас сделаем. Тут, кстати, нас требует пончик и требует хлеб. Да, ребята, надо, конечно, учитывать мнение наших покупателей, но мне надо выполнить квестик. Поэтому, оу, ребят, мы выполнили с вами это задание, и это принесло нам, о, новое что-то. Чурос, что это такое, ребят, я без понятия, что это. Ну, у нас какие-то чуросы появились, это, походу, какой-то... Продать 15 ингредиентов нам надо теперь. Так, а чуросы где они? А, они вот здесь чуросы делаются, да? На, давай делай чуросы. Я вот эту штуку, наверное, сам съем сейчас. Ам-нам-нам-нам-нам. Вот и сожрали мы это. Ребят, всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта игра и вы хотите увидеть продолжение, как мы будем с вами развивать нашу пекарню, то обязательно пишите об этом в комментарии. Мы с вами продолжим играть в эту игру. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.